Вот приехали второй раз на гусей. Попытка, как говорится, номер два. Вдруг полетит. Супчик варим, готовимся. Леша, как обычно, курит только. Все приходится мне делать самому. Еще не вечер. Число? Я откуда знаю, какое сегодня число? Сегодня 25 число. Ждем, ждем, все ждем. Прошлую ночь вроде что-то летело. Куда-то остатки подтягивали. Поедим супчика, попьем чайку и рванем в болото на разведку. И нам вот туда, метров 300 до озера. Гусики ждут своего выхода. Или гусь плавает, блядь? Да. У нас же 4. 4, да. Вот это гусь плавает. Да. Это не у... Это... Да. Гусь? Ёпка. Гусь? Это более маловато, потому что для утки утка вон нахуй. Это гусь. Один подсел и... Гусь, гусь, жопа такая же. Вот за эту елочку, так вот прямо иди. Елочка-то прямо. Тут есть что-то. Пытаемся взять подхода гуся. Иди, иди он жопой сюда.
подъехал и к озеру. Так сидит гусь. Пробуем взять подхода. Опять что-то поднялось. Гумяш, ты где, блядь, везет на подкрадывание? От кого-то вот один опять заблудился, вот опять кто нам, блядь, перевернул этот, опять один этот, вторая заездка и второй гусь. Что с ним есть-то такое? Так крыло-то сломано, почему голова-то у него не отлетает? Да все, хватит, он весь дырявый потом будет. Ну давай. Промазал я аж два раза. Ладно, главное первый трофей. Вот так-то много еще поднялось. Вот. Так у нас прошла утряночка. Гусек. Лилипут, блядь. Гусек лилипут. Вечером. Гусек гигант. Утром. Летит гусик, но мало. Дровишек заготовили на пару ночей, на следующую заездку.